Был ли октябрь 17 года благом для нынешней России? Я считаю, что октябрь был величайшим, трагедией величайшей нашей России. Потому что, если бы не было октября, такого количества жертв среди интеллигенции, научной и духовной, не было бы. Хуже, лучше, но мы бы сохранили те 27 миллионов человек, погибших во время Великой Отечественной войны, мы бы сохранили миллионы, которые погибли в ГУЛАГе или во время войны гражданской. Это я знаю точно. Он перевернул весь мир, октябрь. И рабочим стали на Западе платить и давать, и отдыхать, и все-все-все, им все сделали. Если бы этого не было, они бы там сдохли, как собаки. Рабочий класс – это, конечно, основа. Это основа страны. Но интеллигенцию трогать не надо было. И сейчас, я даже не могу сказать, благо было бы, если бы страна развивалась, как положено, если бы ее не предали некоторые наши правители, типа Горбачева и Ельцина, вот, тогда было бы очень хорошо. Ну, это трудно так сказать, но думаю, что если бы этого переворота не было, было бы лучше. Ну, хотя бы нас было бы больше в России, вот, нежели сейчас население там до 150 не дотягивает. Это не намного больше, чем было тогда, насколько я знаю. История, поэтому хотя бы только из-за этого. А так, ну, конечно же, и коммунистический этот строй, он дал кое-какие преимущества, но я считаю, что лучше бы этого не было. Ну, мое личное мнение, что, возможно, это была ошибка. Эта история, раз так произошло, значит, наверное, так было нужно, созрела ситуация для этого, видимо. Все нормально было у нас. И в то же время сейчас я тоже не могу пожаловаться особенно. Тоже вот так вот вроде тоже все неплохо складывается. Что революция ничем хорошим не приводит. Если бы двигалась по нормальному руслу, мы бы не хуже других жили. Россия не слабее других, и не хуже, и умнее во многом. И почему те люди, которые были до революции, то есть, ну, при царе, элита, не сделала бы лучше, чем со временем? Те, кто пришел и на смену. Не думаю. Слишком история была кровавая, много потерь и человеческих, и всяких других экономических, культурных. Смысла не было, мне кажется.